Помощник президента Татарстана Наталья Фишман поделилась опытом благоустройства общественных пространств с руководителями муниципалитетов Тувы. Накануне в Туву прибыла помощник президента Республики Татарстан по вопросам благоустройства, архитектуры, ландшафтного дизайна Наталья Фишман. Ее визит в республику организован в рамках сотрудничества двух регионов. Фишман является одним из главных пропагандистов в Татарстане стратегии благоустройства, создания новых скверов и парков, обустройства набережных. В рамках рабочего визита гостья уже осмотрела молодежный сквер города Кызыла, где уже в эти выходные Департамент по культуре и искусству мэрии Кызыла начнет проводить предновогодние праздничные мероприятия для детворы. Кроме того, сегодня она посетила выставку проектов общественных и дворовых территорий, которые муниципалитеты республики планируют благоустроить к 2018 году, развернутую в фойе Дома народного творчества. Там же она выступила с лекцией для представителей муниципалитетов, бизнес-сообществ, управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, эксперт Минстроя России поделился опытом с архитекторами, проектировщиками, представителями строительных организаций республики во время встречи, которая пройдет в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел с 12 до 13 часов. После посетит благоустроенную зону лабораторного комплекса и бассейна ТФГУ. Там же она пообщается со студентами и преподавателями профильных факультетов Тувинского государственного университета, среднеспециальных учебных заведений Кызыла.